Всем привет. Сегодня я нахожусь на Чиском озере. О, вспотел, пока шел. У нас жара. Вот такое вот красивое озеро. Пришел микроджиг. Это ореончик до 7 грамм. Погонять окушков. По крайней мере попытаться. Так что давайте смотрим, что из этого получилось. Такую коробочку взял. По-быстренькому дома. И все перемешалось. Здесь еврохвостик. Такие лайтовые, да? Какой-то жук крокозябра. Рачок. Вообще великолепный, интересный. Полярис. Вот интересно. Это от компании Браун Перч. Вот вообще бомба. У них есть в большем размере. Не помню, как называется. Ловят убойно. Ну, это китайщина. И силифиш. Вот такие интересные рачки. Так что сейчас первую вот эту запускаем. Стал как раз туда солнце уходит в озеро. А здесь вот нашел такое ответвление, чтобы косую не на солнце кидать. Ну что, вот так вот соединил. 8 грамм чебурашку. Погнали. Первый раз на озере ловлю с берега. Ух ты! Даже... Ага. Кто-то даже есть. Ребята, да ну! Первый же заброс. Охренеть. Господа. Это интересно. О, какой! Какой матросик. Вы посмотрите. Сейчас. Малыш. Ну-ка. Оп. Удрал. Ну-то постояли немного. Иду к жене. Она купается там. Попробую другую сторону покидать. Не знаю, так обрадовался с первого же запроса и поклевки. И вот цена. Ну, еще время есть. Так что не переключайтесь. Ага. Ну. Ушел. Красавица. Пока-пока. Какие красавцы.
полосатый. О, вот он. Прям здесь схватил. Др. Я, как всегда, оделся по-нужному. Ни спрея никакого, ничего. Вау, мухи. Точнее, мошки. Зажрали все. Блин, буквально 10-15 минут и все, зажрали. Ладно. Ну, 3 окушка я видел. Тоже неплохо. Но я еще не понимаю озеро, как на него ловить. Будем учиться. Так что всем пока, до новых встреч!